області з'явіліся екіпажі двохтисячники. Першими на Брешені 2000 тонн зерня намолотили комбайнери Валеры Кухта и Александр Федорук з открытого акционерного товариства Беловежске. З важкими намолотами хлеборобов повіншаваў керівник региона Анатолий Лис. После жнива на заслуженный отпочинок комбайны после уборки небы корабли из отказного плавания состракают урочисто докладней комбайнеров. Валерий Кухта с сыном у гэтым годзе у пашане асаблівай. У завершэнні жніва яны поставили не только у масштабах Беловежска, але и у масштабе областным рекорд. Намолотили 2003 тонны зерня без улику рапсу. Это не предел. На такой технике можно и больше. Экіпаж перший год працює на айчынным КЗС-1218 і многое ставить яму у заслугу. І в обслуживанні, і в роботі нету ніяких нюансов, щоб було. Ну, саме головне для комбайнера, щоб потерь не було, да. Щоб все в бункер було. 0%. Син Александр на комбайне з батьком, другий год жніво для його як імгнення. Так, як-то так, все на одному диханні пролетело. Как обычно, подъем рано, отбой поздно, то есть, ну, как в поле. Старшиня областного виконкама Анатолий Ліс, першим повіншувати екіпаж, подкреслює, дякуючи таким людям, таким относинам до справи, ми маємо каравай у амаль 1 300 000 тонн при урожайності 49 центнера. Не глядячи на те, що зерня не до максимума налилося за спякоти в червені, минулогоднему вступили менш центнера. Я доволен тем, что зерно мы убрали вовремя, в срок, без потерь, качественно, оно очень хорошего качества, так как все сухое, значит, зерно, и поэтому, да, конечно, я доволен результатом, и самое главное, доволен, что у нас есть такие механизаторы, вот, отличные, хорошие и руководители, которые ими управляют. Это самое важное, в принципе, самое важное – это люди, а не зерно, потому что зерно производят люди, от того, как они работают, такой результат. Еще один экипаж двухтысячников у открытым акционерным товаристве «Ружаны Агро». 29 зернеуборочных экипажов Брещины намолотили по 1500 тонн, 307 экипажов по 1000. Это не только убрать урожай, а это же и задел того, что мы в течение года будем иметь корма, прежде всего, концентрированно. Это особенно касается свиноводства, птицеводства, ну и, конечно, и в целом крупнорогатого скота. Невозможно получить привесы, надои, значит, не имея концентрированных кормов. Поэтому это очень важно. Вот одна из составляющих, она уже сегодня получена. Это радует. Беловежский у гэтым господарка можно лечить показальной уборочной площади каля 7000 гектаров урожайность, амаль 65 центнеров. Уборочная страда прошла у нас очень такая, как никогда, настолько организованно, никогда не было сбоя. Не то, что там никогда не простоял даже час ни один комбайн, ни из-за запчастей, ни из-за топлива, все старались обеспечивать так, чтобы шло своим все чередом. Жніва на Брещині засталося на день-два. Прасковія Кімєнка, Юрій Плінда, обласні новини, Кам'янецький район.